Празднуют и жители Костаная сегодня. Концертная программа, театрализованные постановки и разнообразные блюда на Дастарханах не оставили никого равнодушными. Отведать наурыз кожье смогла и моя коллега Наталья Строкова. Она как раз в гуще праздничных событий сейчас на Центральной площади. Наталья, наурыз кутоволсон, как настроение у костанайцев? Здравствуйте, Вера. Основная часть мероприятия в Костанае прошла в первой половине дня. Сейчас на нескольких площадках выступают творческие коллективы. А началась праздничная программа с театрализованного представления. Главные герои постановки вместе с Кадратой рассказали о традициях и обычаях казахского народа. С бытом и национальной кухней представители различных культур знакомили в 20 юртах. Здесь всех встречали обильным дастарханом и наурыз-кожье. Этим традиционным напитком можно было угоститься и прямо на улице. Больше всего желающих отведать наурыз-кожье собралось у юрты Ассамблеи народа Казахстана. Здесь его готовили в старинном казане. В этом году реликвии исполнилось 242 года. Владелец казана придает ему особое значение, и вот что он рассказал в своем интервью. Мы этим казаном что говорим? Что сегодня энергия весны, степей наших, энергия людей, добрая энергетика, именно через пищу, через наурыз-кожье, через бешбармак, другие национальные блюда могут зарядить каждого из нас, особенно нашу молодежь. Угощали сегодня в Костанае не только наурыз-кожье. Под открытым небом прошел конкурс «Мир плова» и «Баурсак» – кулинарный бренд Казахстана. За несколько часов было приготовлено около тонны национального угощения. А сейчас рядом со мной находится Зульфия Набиева, лидер молодежного крыла азербайджанского этнокультурного объединения «Берлик». Зульфия, добрый день. Наурыз кутоболсон, расскажите. Бирге болсон, расскажите, что для вас означает этот праздник и как вы его встречаете? Ну, прежде всего, для всех тюркских народов, в частности для азербайджанцев, это праздник Нового года, новый день. Недаром это слово «новрус», «новрус», «ноурус» переводится как «новый день». В каждой азербайджанской семье к этому дню проращиваются зерна пшеницы. Вот эта такая замечательная композиция ставится в центре стола, обвязывается красной лентой и символизирует собой пробуждение природы, зарождение новой жизни. Безусловно, для всех казахстанцев наурыз очень любим, так как это праздник добра, единства и дружбы. Недаром гласит казахская мудрость: сила птицы в крыльях, а сила человека в дружбе. И наша дружба, она вот сегодня как раз таки и раскрывается в том, что мы на каждой сценической площадке демонстрируем свои традиции, свою культуру, свои песни, свои танцы. И это очень здорово и прекрасно. Спасибо большое. Ну, а я добавлю, что праздник наурыз дошел и до тех, кто только появился на свет. Уже завтра в городском родильном доме поздравления от специально созданной группы будут принимать мамы и их малыши. Вера. Наташа, благодарю. Я вижу, и погода вас сегодня тоже радует, как и во всех регионах, кстати, сегодня нашей страны.